suficiente, hemos llegado rápido. Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович. Меня зовут Као Фун Ти. Я школьник и пользователь новостного приложения Центрального телевидения Китая. Пользуясь случаем, я бы хотел вам задать следующие вопросы. Вы когда-нибудь ездили на высокоскоростных поездах в Китае? И собираетесь ли внедрить эту разработку или другие инновации Китая в Россию? Я на высокоскоростных на поездах Китая пока не ездил, но знаю, что такая поездка у нас запланирована с председателем Си Цзиньпинем. И в ближайшее время я смогу оценить достижения Китая в этой сфере. Но мы с нашими китайскими друзьями ведем диалог о реализации одной из наших программ, а именно это строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Казанью. Рассчитываю, что мы выйдем на положительное решение, и это будет способствовать дальнейшему укреплению и развитию наших связей с Китайской Народной Республикой. Это целая группа городов. Третья полоса – это пространственное развитие страны. У вас какой-то специальный орган есть?有没有在中国有专门的部委或机构负责这个运输网络这个部件的发展？是什么部门？交通的部门。他们来做这个。我们现在就做这个立体的规划，就是有的呢，过去他的单独做公路做公路，铁路做铁路，现在是把它全部综合起来，考虑哪里适合公路，哪里适合铁路，不要造成一些浪费呀，造成这个最合理的这种交通分区，包括空中路线，这个都是有层层的。